Привет, меня зовут Нейт, и мы с вами сегодня проходим SCP Containment Breach версия 0.5. Поехали. Вот так пишется некий сит. Итак, мы начинаем. Attention all Class D personnel. Please enter the containment chamber. Так, это шлейф говна, вы так что не бойтесь, вот это наш Андрюша. Please approach SCP-173 for testing. Так оно не должно быть. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close it. So, please maintain direct eye contact with SCP-173 and... Why? Все убийство! Я так сказать не собираюсь. Ладно, парень немного отошел, ну ладно, пока. Выдвигаемся мы, так сказать, если извиняюсь, если дергаться мышка. Я, извините, не умею таких комнаты проходить, так что я прохожу вот так вот. Ну, с паузы, потому что мне это тормозит. Так, я загрузился успешно, я перезапустил игру. Он еще сохранился. Я не знаю. Дед! Твою! Махом. Давай! Вот так и меня убили. Так. Пока-пока-пока. Где? Уже. Что сейчас было, если честно, я даже не понял. Я не понимаю. Как это просто не проходить? Ну, наконец-то прошли это безумие. Идем дальше. Комната с Андрюхой. Надеюсь, как бага в прошлом попытке съемок не будет. Смотрите, есть. Опа. Рычажки сбились, потом не слышно. Так. В новой версии, если сюда зайти, тут будет чумный доктор. Но как его обходить, я не знаю. Так. Прямое управление включить и ремонт дом контроля. Все, погнали. Что это за... Что происходит? Господи! Спасите, помогите. Зомби-апокалипс.